Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите... На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности. Вы смотрите фильм, как Дэвид Линч украл Рождество. Здравствуй! Я принес тебе подарок. Это палец. Не отворачивайся! Дай страху переполнить тебя. Я не понимаю. В этом весь смысл. Ты оставил для меня чашку черного кофе на блюдце? Нет. В будущем оставляй кофе на блюдце для меня. И в прошлом тоже. Ну что, готовы ехать в церковь? Церковь? Ты что, совсем? Выпал первый снег, мы идем кататься на санках. Пожалуйста, мам, разреши. Но сегодня воскресенье. Не упрямься, Лоис. Санки были вторым искушением Христа. Вот вам, ешьте мою пыль. Здесь кататься запрещено. Что? Почему? Потому что город завален исками от родителей, чьи дети вывихнули пальчик или разбили голову о бампер. Не имеете права, так что не указывайте мне, где можно кататься, а где нет. Да, вы правы, всю власть народу. Что? Что это было? Какая разница, давайте кататься. Боже мой! Позвоните моей маме, я разбил голову о бампер. Все на борт. Питер, это наш антикварный обеденный стол. Моя семья владеет им 6 поколений. Сойдет. А поскольку мы белые, делающие что-то глупое, все надевайте GoPro. Да, здорово! Ой, нас повело, закрутило. Мне одному кажется, что мы слишком разогнались. Питер, ты ненормальный? Ты чуть не убил всю семью. Прости, Луис, я думал, будет весело. Как когда выиграл секс-соревнование. Я снова первый, а ты безнадежно отстала. Да, Питер, безнадежно. Ты ужасно играешь в секс. Ладно, вытри тут все и принеси чемпиону Гаторейд. Что ты мутишь, Брайан? Ладно, признаюсь. Я хожу на рождественские корпоративы ради бесплатной выпивки и пьяных одиноких женщин. А, так ты шакалишь на корпоративах, как толстяк шакалит на вечеринках у бассейна. Крис, тебя пора научить классической игре для вечеринки у бассейна. Говори с чужой женой в бикини, пока она не станет стыдливо прикрываться. Бонни, как жизнь? Да вроде нормально. Только дел стало много, ведь наша Сьюзи начала... Ладно, пока. Блин, всего 2 секунды. Привет, Питер. Что интересного видел по телеку? Да всякое разное. Например, битвы за доставку. Это реалити. Ладно, пока. Пап, смотри, там Санта! Хочу посидеть у него на коленях. Крис, ты уже не маленький. Я попрошу у него семейный батут. Ё-моё. Живо вали к нему. Стюи, что ты тут делаешь? Я за тобой следил. Хотел своими глазами увидеть, какой ты жалкий, отчаявшийся тип. Но не волнуйся, я здесь надолго не задержусь. Ого, а ветчинные трубочки для всех? Да. Ясно. Понимаю, почему ты... Народ, начинаем конкурс караоке. Ну, я могу остаться на пару минут, посмеяться. Боже, у них есть фотобудка со смешным реквизитом? Я надену большие очки! А еще я хочу велосипедик и пони, и девочку-куклу, и беспилотник с камерой и пулеметом. Ха-ха-ха, да, конечно, все получишь. Теперь иди за фотографией. И пока ты не нажаловалась маме, скажу, что в тебя уперся мой смарт. А, ну и увольни. Сядет на крышу, топ-топ-топ. В трубе она вернется сама в свой. Привет, пенис. Папа, почему ты до сих пор в костюме Санты? Меня попросили побыть им до конца праздников. И я согласился, ведь это круто. Костюм Санты как бесплатный пропуск. В нем тебе дают все, что ты хочешь. Вы что делаете? О, Санта, прости! Не знал, что это твоя машина. Да, она моя, так что сомни этот штраф. И съешь. Теперь мы поедем к тебе, подождем, когда ты покакаешь, а потом ты его снова съешь. Привет, дорогая, это Санта. Он посмотрит, как я хожу в туалет. О, как пасхальный кролик. Точно. А мне много кто приходил. Да чего, унылая вечеринка. Да, точно. У меня идея. Извините, попрошу внимания. Здравствуйте, я Чедвик Рейдман из регионального отделения. 40% из вас будут уволены в понедельник. Но тот, кто выпьет больше всех, сохранит должность. Видал? Вот как взорвать вечеринку. Пока, Санта! Пока, стриптизерши. Можете снова раздеваться, шел только за спагетти.
сука! Больно. Я пьян. Сердце бьется быстро. Питер, нам надо поговорить. Кто ты? Я настоящий Санта-Клаус. Круто! Так, мое первое желание — получить 1000 желаний. Да. Ты путаешь меня с джином. Ладно, тогда мое первое желание — джин. Повторяю, я не джин. Как же ты надрался? Я надрался? Ты вообще живешь в бутылке. В лампе. И я не джин! Слушай, я тобой недоволен. Нельзя ходить в моем костюме, притворяясь мной, и вести себя как сволочь. На твоих санях нет туалета, значит, ты гадишь людям на крыше, да? Ты меня не слушаешь. Сними этот костюм или пожалеешь. Знаешь, я уже не маленький, так что уйди с моих глаз, Санта. Мне нравится этот костюм, и я его не сниму. А теперь сойди, пожалуйста, с моих спагетти из стрип-клуба. Я нес их моей семье на ужин. Ну, берегись. Боже, Гейл, что случилось? Я попала под сокращение, которое ты объявил. О, нет! Неужели меня уволили? Да еще прямо перед праздниками. Боже, я испортил Рождество! Как юный барабанщик, фанатевший от Нила Пёрта. Дары тебе несем, пара-па-па-пам. Рождество будет улёпным! Все пердежи, Мэг! Какого чёрта? Крис, поди сюда! Это ведь невозможно, да? Чтоб все пердежи, Мэг, были в этой коробочке? Думаю, это невозможно. Да, это невозможно! Та самая коробка? Да, та самая. Да, это невозможно! Знаю, невозможно! Ладно, я её открою. Если только она не от волшебника. А, интересная мысль. Желает произнести рождественскую молитву. Знаешь, кто должен молиться? Санта. Как он со мной, так и я с ним. Я заменил одного из его летающих оленей на обычного, не волшебного. Отрезай его! Отрезай! По-моему, нас всех ждет лучший год. Ура! Бесплатная лошадь! Помой меня! Одно очко Гриффину. И что ты на это? Теперь ты меня послушаешь? Послушаешь, сучонок? Чей на тебе костюм? Твой! Чей-чей? Твой! Это твой костюм! Ладно, больше я его никогда не надену! Обещаешь? Да! Спасибо! Я не сомневался, что в глубине души ты хороший мальчик. Да, еще. Правильно, хоу-хоу-хоу. Все произносят неверно, и это очень раздражает. До встречи, Питер. Рад, что ты снова в списке послушаек. С Рождеством! Хоу-хоу-хоу! Это было незабываемое Рождество. Пока я не пришел домой, не выпил банок 50 пива и не забыл его. Но только после того, как я накричался до потери сознания, а семья меня уложила. С Рождеством!